Фестиваль, который уже стал культовым и известным на всю страну – РЗН Фест. Настоящий праздник спорта и здорового образа жизни, который раз в год собирает в одном месте любителей и профессионалов – силового экстрима, пауэрлифтинга и единоборств. Настоящих богатырей нашей эпохи. Итак, в этом году зрителей ждет немало интересного. Это турнир «Мандарин по пауэрлифтингу. Вселенная силы» с призовым фондом. И в рамках него всемирная заруба «Человек-муравей». Турнир по борьбе. 4 весовых категории бойцов. Турнир по силовому экстриму. 2 весовые до 105 и выше. Ну и, конечно, интриги и сюрпризы, о которых организаторы пока хранят тайну. Среди гостей и участников соревнований – рекордсмены страны и чемпионы. Увидеть своими глазами подобное шоу в буквальном смысле – уникальная возможность. Место проведения фестиваля находится в живописном уголке города, неподалеку от Барковского карьера. Доехать можно на общественном транспорте, поле фестиваля в шаговой доступности от остановки, либо на личном транспорте. Вбивайте в навигаторе 3-й район, дом 43 Борки, а дальше таблички и указатели помогут найти вход на территорию. Я немножко покажу само место проведения. Вон там у нас огромная-огромная стоянка будет организована. Вот эта зона для силового экстрима. То есть и как раз их оборудование лежит, огромные колеса от К-700. Вот. Вон там у нас, ну сейчас идут работы и так далее, но вообще у нас вон там организована будет зона пляжа. Здесь отвешивание для спортсменов. Эта зона, еще дотянется баннер, это зона пауэрлифтинга, зона борьбы. Следующая у нас зона развлечений для... Ну и награждение. Предусмотрели организаторы вкусную еду и интересную анимацию для детей разных возрастов. Будут навесы от дождя и яркого солнца, лежаки и даже пляж. Искупаться можно будет прямо во время фестиваля. Заход в воду облагородили, привезли песок и разровняли берег. Кстати, впоследствии всю эту территорию организаторы планируют благоустроить таким образом, чтобы у рязанцев появилась возможность отдыхать здесь не только во время проведения фестиваля. Подготовка идет полным ходом, развешиваем баннеры, подводим электричество, натягиваем шатры, делаем завесы от дождя. Ждем пресс-спортсменов и зрителей. Конечно, энтузиазм организаторов и создателей фестиваля задает общий вектор развития этого события. Как показывают прошлые годы, праздник получается грандиозным. Однако без спонсоров реализовать подобные масштабы было бы сложно. Главными спонсорами фестиваля в этом году стали компания «Мандарин» и ГСМ «Русский медведь». Интересные призы, яркие выступления, море эмоций. На фестивале каждый найдет, чем заняться и на что посмотреть. 17-18 июня в Рязани ежегодный мультиспортивный фестиваль для всей семьи. РЗН Фест. Не пропустите!